В общем, выложили у нас вот эти вот свадебные платья у реплероидов наших. Я сейчас даже посмотрю, была ли я права насчет даты, когда у нас выйдет вот эвент интересный. Видео идет практически 2 минуты, так что мне кажется, что тут не просто персонажи будут, а еще что-то. Так что будем реагировать. Знаете, вообще они достаточно мило выглядят. Да, у нас будет ивент. Да, интересный эффект, конечно. Ну, знаете, хотя бы это не то, что было у нас летом в прошлом году. Погодите, мне кажется, я эту штуку даже видела. Это, вроде бы, на Зексе основано. Ну да, новый момент. Ёпарасоте, да. Это контрибьюшн к Rock One Day, замечательно. Я в итоге на этот день ни хрена делать не буду, кроме записи, собственно, вот этого вот ивента. Но да. Так, может быть, надо пояснить вообще, что тут происходит. А Rock Monday — это, в общем, такой вот праздник типа, основанный на факте того, что 69 на этом, на японском звучит как, в одном из прочтений, звучит как «рокю», то есть, то есть как «рок» получается, но это как бы «рокман» и вот так вот. У нас это, конечно, не работает, потому что это у нас по нашей системе исчисления, но то, что у нас день, месяц и год идет, а не месяц, день и год, я не знаю, кто вообще так придумал. У нас получается 96, которое, конечно, не року. Ну и еще вот в июне любят в Японии девушек наряжать свадебные наряды, в частности, для фотосессий. И вот как бы поэтому у нас тут наши навигаторы в таких вот нарядах. Так что нет, это, скорее всего, с чем не связано. Ну, вообще-то, да, вот так вот будем ждать 2 дня. И я надеюсь, мне не придется очень долго перевод делать здесь. И я буду очень сильно орать, если у нас тут появится в этом моменте Ико. Короче, я не сразу это заметила. Такое дополнение небольшое. Взгляните, пожалуйста, внимательно на вот это вот. Что вы видите? Да. Почему у нас палит это постное это мобильница? Что-то случилось. Ну, я, наверное, сейчас буду очень сильно заговариваться с моими предположениями, потому что мне это сейчас мозг взорвало очень сильно, я реально не понимаю, почему вот это вот все происходит. Но будем, короче, ждать следующего дня. Фу, следующего дня, извиняюсь. Следующего ивента, то есть вот этого вот ивента, который у нас начнется через 2 дня. И будем в итоге по сюжету смотреть вообще, почему у нас тут палит выступает в качестве босса. Видимо, это не фотосессия, да.